Михаил Закамалдин освобожден от должности министра внутренних дел по республике Башкортостан. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин 31 октября. Генерал-лейтенант полиции Михаил Закамалдин возглавлял республиканское МВД с 2011 года. Он перешел на службу в полицию Башкортостана с аналогичной должности в республике Карелия. По информации издания «Коммерсант», теперь уже бывший глава МВД может занять должность главного федерального инспектора по республике. Также сообщается, что генерала Закамалдина может заменить один из руководителей МВД по Удмуртии.